Использование криптовалюты в иранской экономике. Правительство Ирана планирует внедрить биткоин в качестве полноценного официального средства оплаты. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Амир Хосейн Давае сказал, что уже начато изучение механизмов подготовки экономики страны к использованию данной валюты. Проводится заключение соглашений с организациями, которые помогут ускорить разработку. Наше ведомство заинтересовано в технологическом развитии страны, и мы серьезно относимся к подготовке ее инфраструктуры для работы с новой валютой, отметил Давае.